В ассортименте Вилпи существует ряд проходных элементов, которые несут вспомогательный характер и предназначены для различных инженерных систем, которые проходят через кровельный пирог. В данном случае здесь на стенде представлен проходной элемент Пиппо. Установлен он на кровле из гибкой черепицы. Комплектация для металлических крыш, для цементно-песчаных, керамических крыш, она дополняется еще окантовкой Пиппо для герметизации этого прохода. Но в данном случае здесь показан для гибкой черепицы, так как по сути, по своей решении, оно уникально. И для битумных крыш провести горячую трубу от газового котла, от камина, требует условно пожарной техники безопасности, чтобы были соблюдены все необходимые зазоры и так далее. Вот именно проходной элемент Пиппо, он для этих целей и создан. Он имеет сертификаты пожарной безопасности о том, что может использоваться. Единственное уточнение, что через него должна проходить сертифицированная труба, которая имеет условно правильный теплоизоляционный контур. Внутри может быть какая угодно температура, но снаружи она должна быть в пределах не более 120 градусов. Проходной элемент Пиппо сконструирован таким образом, что проходящая через него труба имеет необходимые зазоры для пожарной безопасности. Кожух изготовлен из ЭПДМ-резины, который предотвращает попадание осадков, стекающих по трубе, и выдерживает значительные тепловые нагрузки, которые может отдавать сама труба дымоходная.